Друзья, всем привет! С вами Зинурка Гасанова. Сегодня у меня 29-й день инкубации гусиных яиц в инкубаторе Золушка. Вот мои гусязечки маленькие вылупляются постепенно. Знаете, вот смотрите, вот бывает, вот эти уже они вылупились, большую часть вылупилась, я вам покажу. Но есть такие, сидят в яйце уже долгое время. И сами уже у них бывает сил просто не хватает для того, чтобы вылупиться. По чуть-чуть, постепенно, немножечко вот так просто отковыряем скорлупу и оставляем. Чуть дальше тоже понаблюдаем с вами. Если то же самое же также будет стоять, например, то можно будет немножечко помогать. Вот видите, даже вот. Вот лежит уже, они вот вылупились все мои маленькие, высох. Вот они всякие мои хорошие. Так вот они высохнут, потом я их вытащу. Тут влажность какая в инкубаторе. Так что вот смотрите, вот они мои маленькие вылупились, называется. Привет, я родился. Тут вот эти мои черные, шадринские, что-то и вон линдовская еще есть, мои маленькие. А тут у меня вот недавно только вытащила, им еще отсохнуть надо. Вот они, я просто их отдельно убрала сюда, но чуть позже сниму еще видео, уход, содержание, кормление. Как надо смотреть за новорожденными гусями. Так что вот, всем пока.